Весть обо мне уже, вероятно, дошла до Санкт-Петербурга, и Екатерина знает обо мне. Идти на столицу войны неразумно, для этого у меня нет достаточно сильной армии. А вот если каким-то образом переманить на свою сторону русский флот, то можно... Мадам, прошу прощения, что отвлекаю вас от важных дел, но я не мог пройти мимо такой очаровательной девушки. Простите, я не... Bonjour, monsieur, comment ça va? Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Comment c'est arrivé? Французский? Так, ладно. Я учил его когда-то давно по словарю. Bonjour, багет, Наполеон, девушка, сэрри. Это что, французский словарь? Только так умеет общаться? Сударыня, вы по-русски понимаете? Вот с этого и следовало начинать. Позвольте представиться. Граф Алексей Григорьевич Орлов. Генерал-маншеф лейб-гвардии Преображенского полка. Княжна Тараканова Елизавета Алексеевна, внучка Петра I, море рожденного из дома Романова, от крови древней Натальи Нарышкиной, первого этого имени, короля бояр, князей и первых бездородных нарисов, владельца древности российской и хранителя северной столицы, князя Полимова, императора всероссийского, владельца моря Балтийского, разрушителя крепостей и отца русского флота. Я, Елизавета, законная наследница русского трона. Так и столицу брать собрать, сударыня. Скажу вам честно, в Петербурге нечего делать. Я бы на вашем месте пошел на Москву, а после успешного захвата сделал бы из нее столицу, откуда бы воевал с Екатериной. Так вы что же, граф, хотите помочь мне? Затем я здесь, моя княжна. Весь флот со мною и готов присягнуть вам в любую минуту. Я очень признательна вам, Алексей Григорьевич. Однако, я не разделяю ваши взгляды на Москву. Петербург мне гораздо ближе. Хорошо, княжна. Скажите слово «бордюр». Бордюр? Не готовы вы еще к Петербургу, сударыня. В любом случае, куда бы мы ни решили идти, нам везде понадобятся деньги. Надо их взять. Граф, граф, смотрите, я нашла огромный бриллиант в холмской повозке. Это патриарх бриллиант, сударыня. Это не то. У меня есть идея. Отлично, теперь у нас много денег. Можно идти на Москву. Княжна, скажите, вы видите где-нибудь русских? Отлично, значит мы в Москве. Что, отлично. А теперь давайте подумаем о том, как заплатить Петербург. Скорая почта России отправлена 300 тысяч дней назад из Петербурга. Екатерина Алексеевна, императрица Всероссийская, из дома Романовых, от крови... О боже, нет, только не это. Доставить самозванку в Петербург немедленно, в цепях. Граф, я придумала, как захватить Петербург. Садитесь в карету, расскажу вам все по дороге. А теперь, княжна, прежде чем мы приедем в Петербург, я должен рассказать вам несколько важных правил. Запомните, что бы ни случилось, никогда не говорите питерцам, что Москва вам понравилась больше. Второе. Если они попытаются угостить шаурмой, не верьте, это ловушка. Питере ее не бывает. Ну и последнее. Если кто-нибудь спросит у вас, видели ли вы когда-нибудь солнце, спросите, что это такое. О, а вот и касается Петербурга. О, с погодкой повезло. Все, как я люблю. Граф, почему не плывем? Потому что нам повезло. В этом году летом в Петрограде стоит на редкость приятная погода. А вот и Адмиралтейство. Цепляйтесь. Вообще здесь живете? Вплавь, сударыня. Только вплавь. А что происходит зимой? Чем вы здесь занимаетесь? Ну, на коньках катаемся, иногда гуляем по Неве. Граф, у вас в России хотя бы один город нормальный есть? Сударыня, давайте не будем о грустном. Пойдемте лучше покажу вам окрестности Петербурга. Это очень красивый город. А вот здесь у нас Петропавловская крепость. Куда мне велено вас доставить, княжна. Я, верный слуга Российской империи, императрица Всероссийской Екатерины II Алексеевны, торжественно сообщаю вам, что вы арестованы, сударыня. Простите мне мой обман, княжна, но долг перед Родиной и мне прежде всего. Ничто не способно заставить меня предать свое отечество и служение императрице. О, водочка!